Эксцентриссимо. Кировская служба исполнения наказаний покупает бильярдный стол. Институту повышения квалификации в СИН он очень нужен. То ли команду по бильярду готовят, то ли разрядка нужна на переменах от тяжелой учебы. 78 тысяч рублей из бюджета уже разыгрывается на торгах. Шикуют, хотите сказать? Да они нам 13 миллионов сэкономили. Могли бы шары гонять по столу за 200 тысяч долларов. Один из лучших игроков в бильярд, Винсан Факе, решил поставить хайп Тек на службу Кию. И из игры получилось настоящее шоу. Сенсоры и датчики отслеживают движение шаров, проектор направляет на стол картинку. В лузах светодиоды, все светится и переливается. Платиновый корпус в придачу к шоу. Вот настоящий люкс, роскошь и расточительство. И на самый дорогой Кий в мире наши не замахнулись. Покупают орудие за скромные 2500 рублей. Знают, что стальной Кий за 150 тысяч долларов бюджет не потянет. Автомобили премиум-класса – это разумное вложение в комфорт и изящество. Группа компаний «Престиж Авто» – официальный дилер «Мерседес-Бенц» в Кирове. Эксцентриссимо.